Меня зовут Александр Акуневич, я специалист в человеческой физике. И зараз великая проблема у тем, что нам, айтишникам, количество программистов, требуется давать физику. А самый великий запрос, с таким стыкаюсь я от дорослых, что физика это альбо сумно, альбо настолько изразумело, что никому не требуется. И когда брать дрозни, там, физика, химия, то ранее химики хотели разбогатеть, а физики керовать миром. И вот мне хотелось створить прикладание, максимум гульню, максимум дополненную реальность, таким чином, как умовы, которые вокруг нас, периодично менялись. И когда у тебя меняется построение сводного поведения, то ты падаешь, например. Альбо когда у тебя меняется соотношение коэффициентов трения, силы трения качения, покоя и ускорения, ты сам падаешь, альбо наоборот подскокаешь. И вот тебе хотелось створить гульню, альбо прикладание, вместо того, чтобы это было с посылками у подружников, для того, как дети бачили, что физика — это прикладное, и физика — это круто. Я думаю, что, ну, просто по устройству все мы читали одну фантастику, и вот как можно было зараз погрузиться в миры Роберта Шекли, как можно было там потратить в миры Стругацких, не треба гейм-дизайнеры, не треба справить гульню, и я нам это мать думаю, это как было Это нам радует. А они, знаете, это не вам интересно так само. Еще раз увидимся.